премьера. Финальный сезон шоу «Человек-невидимка» откроет королева Comedy Woman Екатерина Скулкина. Илья, нормальная пухленькая попушка. Карьера, семья, жизнь на два города. Кажется, ее хватает на все. Но это только кажется. Присутствует некое чувство вины. Может быть, это сын? Что мешает ей обрести настоящее семейное счастье? Выяснят эксперты ТВ3. Ох, что наговорила всего. «Человек-невидимка». Финальный сезон. В пятницу в 18:30. Премьера на ТВ3.